Первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина провела встречу с коллективом Одинцовского дорожно-ремонтно-строительного управления. Мероприятие было приурочено к ежегодному празднику – Дню работников дорожного хозяйства. Вместе с окружными депутатами-единороссами парламентарий вручила отличившимся работникам предприятия памятные подарки от Мособлдумы. Одинцовское ДРСУ в Московской области считается самым крупным дорожно-строительным предприятием, которое освоило полный комплекс дорожных ремонтно-строительных работ. Благодаря квалифицированным опытным кадрам Одинцовское ДРСУ имеет отличные рекомендации в своей сфере, подчеркнула Лариса Лазутина.